В эфире программа «От шаббата до шаббата». В преддверии летних каникул в Израиле запущено приложение под названием «Работа плюс», на иврите «Авода плюс». Цель этой аппликации – помочь молодым людям найти работу и предоставить им необходимые инструменты и информацию для защиты их прав. По словам создателей приложения, а это представители организации работающей и учащейся молодежи «Ханоар Аувет Ваалумет», оно предназначено для подростков от 16 до 18 лет, а в летние месяцы также для подростков от 14 до 15 лет. Приложение «Авода плюс» включает в себя механизм поиска работы по сфере занятости, региону или ожидаемой заработной плате, а также инструменты, которые призваны помочь подросткам не совершать ошибок на рабочем месте и пользоваться своими правами. Например, журнал учета рабочего времени, калькулятор заработной платы и руководство по чтению расчетного листа.